Знахтелі кешете. На телеканалі ефір інформацію ровахт обун студіє хурити батрац цибертен обун ефірем. Президент Бибилтен Анатолий Бузник захта медиктен коронавирусы нахматуха сабокенге костатахай. Кворум тонавит, азы керумата базад харчы сылрестек. Сеси рестеджа плангундвит пацахадун бюджет райсан. Столица это чинахдавы коммерцит республикун Зазбелас. Президент Бибилтен Анатолий Фенбельд медицинын кушетиме, пацахады сарглавексен бузнык захта пандемии рестеджа сабокенге костатахай. Раздар медицинын кушетен президенте фондай хитсен гондарцидысты валам хас финансун фарестен. Президент Бибилтен Анатолий Бузнжин хаста захта медицинон кушетен пандемия растаджатса костбакот тойвай тэхай. Растар урс валадорасы адаймэкта сахи амасей вақсадаймэкта анани зинадан тасагва варта сырхзонай куске равдастой фидаруды гадыма бэхсынад. Вай фастивага малата ирвазын коттой андар адаймэкта. Президент има Фенбельды нысанвэд Бибилтен Анатолий номал эрвэс цифэстагарцы дуэй. Моя встреча сегодня, просьба, чтобы мы встретились, заключается в том, что во-первых, ко мне пришло письмо. Уважаемый Анатолий Ильич, пересылаем вам протокол рабочего совещания. Администрация РММЦ с медицинским персоналом, работающим в ковидных зонах медицинского центра. Вот, подписи членов инициативной группы прилагаются. Объявительная просьба рассмотреть и принять решение по протоколу в ближайшее время. При отсутствии в правительстве Республики Южная Осетия понимания удовлетворения просьбы медперсонала, участников оказания помощи пациентам с COVID-19, медперсонал оставляет за собой право отказаться от стимулирующих выплат по постановлению правительства от 5.06.2020 и в дальнейшем оказывать медицинскую помощь в ковидных зонах пациентам безвозмездно. На самом деле за безвозмездно огромное спасибо. Но ведь на самом деле ни Бибилов, ни правительство не хотят сэкономить каких-то денег, украсть какие-то деньги, направить какие-то деньги в другую сторону. Когда мы готовили письмо в правительство Российской Федерации, мы там определили, какие суммы денег необходимы. У нас с изменением бюджета, который мы внесли, 79 миллионов только выделили его. Мы внесли в этих деньгах около 4 миллионов как раз деньги на оплату, на выплаты вот этих ковидных денег. Пацахады сархлагма бонусан котта захга медицинан кушата цивалам хасвиттон тарайстой. Вацифараста рахицанр цидесты республикай президенты фондай. Вэменнэмэ бюджеты вацифараста навэд. Махар хаям цифадатта нэнис вэдом мэгэска бонусан котта Бибилтен Анатолий. Это не зарплата. Это доплата. Доплата за те условия, в которых вы работаете. Зайн барен, чизон цусах шосты. Фала, нахас хоуми дагнай ма мэн на фэнде. Мэн кун на фэнде дает. Мы бы нашли эти 10 миллионов, если бы мы там даже в фонде. На эти деньги я мог сделать, я не знаю, кровли для людей. Может быть, я получил бы больше благодарности от людей, которые бы увидели новые крыши. Но я для себя понимал, что это необходимо. Я чувствовал, что нам будет необходимо завтра что-то сделать. Фонд полностью я направил на выплаты. Президентский фонд. Из наблюдательного совета. Попросили в Российской Федерации. Я думаю, что никто не сомневается в том, что максимальное, что мы можем, это делаем. В 2021 году эти зарплаты тоже увеличатся, причем существенно увеличатся. Будет возможность выплачивать побольше, мы выплатим побольше. Понесан Гудмарцит Зарга Республика и бюджет Мехастер Цедесте и Вензинетте, медицинам персоналам Фитон Табафидене Федел. Президент Понесан Кутта Зарга депутат Текомком Мехасу бюджет Райсен, а Мепаца Хадестархлауэген ультиматум Те Эверен Нехаве. В фонде президента уже нету ни одной копейки. Значит, те деньги, которые выделены в помощи через вот эти 49 миллионов, они уже подходят к концу, вот эти выплаты, которые еще сделают. Сегодня у нас есть изменения в бюджет, которые депутаты не принимают, где находятся тоже деньги на выплаты. Начнем с того, что ставить президенту ультиматум, это как минимум неправильно.
никогда не был тем человеком, который бы выполнял чьи-то ультиматумы. У вас есть обязанности, и у президента есть обязанности. Президент свою обязанность выполнил. Президент сделал, чтобы на следующий год зарплаты повысились. Президент сделал, чтобы изменения в бюджет сделали. Президент обратился в правительство Российской Федерации, чтобы мы получили ту помощь, которую получили. Президент свои обязанности выполнил. Будьте добры, выполнить вы свои обязанности. РТМ и сентябр, октябрь, ноябрь медицинам кушетен лаверд нирседесте, сакостмест мевалам хосвиттунте, библта Анатолий Бацаме дискутават сефересте, саху саг мегаске фест нирседесте веме. Анани зинат каканадаме, сатсалон райресте, министр хаста хасткенек тучите Георгис Дзуапкута, заргафиттунте рахицен кеннете хай, министр ек ухце финансон документал рфесе, амахица вадме рфест чирцеве, вадунен комева раст аргументаций. Вайте хай арастер цедесте нормативунакте. Неоднократно были погрешности в предоставляемой документации, по этому поводу выносились дисциплинарные взыскания в том числе. И, к сожалению, вчера, на что есть, собственно, акт, предоставлена документация по октябрю месяцу. Она уже подана в правительство, сегодня будут начисляться наконец-таки выплаты по октябрю на общую сумму 4 237 тысяч только по республиканскому многопрофильному центру. Одномоментно с этим по районным лечебным организациям вплоть до середины декабря, как мы и обговаривали, они своевременно подали документы. И проверяться будет по РММЦ документация впервые предоставленная за ноябрь месяц. К сожалению, уже констатируем отсутствие протокола комиссии, нарушение приказа о создании комиссии по ежемесячному определению расчету стимулирующих выплат. Поэтому вынуждены будем этот документ возвращать обратно для того, чтобы в полном объеме вся документация была бы предоставлена по ноябрьским, я имею в виду, выплатам, после чего будем проверять. Мы готовы работать все выходные. Асы фарст аскоцаккен нефадыл бэрнзина чихасы уэдунэн президент бахас котацамай фарст аскоцаккен ой амэкушетэн цывалэм хосвиттунтэ эмбэлэ уэдун фэсцэвой алэмэйдэр. То, что вы не выплачиваете, отражается же на мне как президенте, правильно? А? Не вы плохая, я плохой. Не вы не выплачиваете, президент не выплачивает, понимаете? Всех что, сенрот тут. Тысячи лягер, больше один, мы сенрот тут, всех что. Уже 300 рублей, мякена, 1000 рублей, мя. Шамеку мангар мякеса, уже отдаймок, за ним борен. И не мейме. Они сейчас хотят свои деньги. Вот я слушаю это, медики недовольны. Медики должны быть недовольны, и правильно недовольны. Но они не вами недовольны, не министром недовольны, а мною как президента. Почему? Потому что все увязывается на президенте. Сегодня 29-е, 30-е, 31-е. Люди должны сентябрь, октябрь и ноябрь получить. Президент Малаверце Форсет отседу Донсай Раджа Дарводесте Фитун Тефефелдер Кенне Федел. Библта Анатолий Бонесан Котта Загге Котта Республика и Кухтори Вегаден Фадат Фезена Автевалам Хас Фитун Тефефелдер Одесте. Оттата Алена Бетите Алимчи Хойта Альдина Тата Таксана информацион Равагдабун. Абуна Хитсо Дарабатте Истерцедесте Дуэ Проекте Медицинун Эме Эндер Кушетен Финансу Фересте Рахицен Кенне Техе Кетсте Архайтуй Коронавирусы Нехметухе. Урехтере Губуста Гонде Репортажен. Хитсава Дарабатте Истерцедесте Дуэ Проекту Нафай Медицинун Эме Эндер Кушетен Валам Хас Финансун Фересте Бафидене Несанен Фересте Рахицен Кенне Федел. Финансте Министр Хасте Хаст Кенек Хабелата Азаф Цак Фарстера Размакутта. Хитсава Де Фасаварц Фундай Финансун Фересте Рахицен Кенне Федел. Дуэ Мин Эсэдзэм Азаф Цагам Декабрэй Дуэн Фицагам Декабрэ Унг. Пацахадун Бюджетун Управлени Гигиена Эме Эпидемиологии Центре Кушетен Валам Хас Фересте Бафидене Техай. 154 тысячи рублей работникам ГБУ Центр гигиены и эпидемиологии за период эпидемиологии заберет с 1 декабря по 21 декабря 2020 года.
Декак фарсту, анализ динат кокканенат, ама социалон райрасте министрадан, ахсаз милуан сумай фэлдар рахитсан канене фадел. Коронавирус нахматуха, хаят чиста, уэцэ медицинон кушитан, валам хас фиттонта, бафидене тэхай. Здравоохранение – это ГБУС, Республиканский многопрофильный медицинский центр. У них расчет представлен за октябрь месяц 2020 года. Остальные бюджетные учреждения в этой сфере в основном ну, где-то до 15 декабря 2020 года и где-то есть 18 декабря. То есть та же мысль остается, что все, что потом будет после этого, мы будем уже выплачивать в январе эти стимулирующие выплаты. Так что прошу поддержать 6 миллионов 26 422 рубля. Предлагается выделить Министерству здравоохранения для выплаты стимулирующих выплат. Дула Форстер хитсова дуванкта амкаласай банумоттуй ростыл. Гобустагунда кудзейта замат информацион рауахт абун. Кворум кайнавыд уя хусайтавак нерцет парламента сейси. Сейси растаджа кума истарцы дайд дуа мин дэвнфэцэ гэмазы пацахадун бюджет. Варахтарай народун репортажам. Парламент ДКГМ сессии цепарам работ тауах нерцет кворум кайнавит уя хусаган. Гордепутаты ваттар хаят нарайстой парламент сессии кусты. Автамайта анарайске базадысты пацахадан ахчияк фарстыта. Фыцаграды дар ацы куттаган давы пацахадун бюджет райсынил. Я с удовольствием бы, конечно, сейчас объявил о начале сессии, но, как вы видите, этот фарс, эта трагикомедия, к сожалению, продолжается. У нас опять нет кворума, и у нас все меньше и меньше времени, чтобы мы без потерь как имиджевых, так и финансовых для государства смогли принять бюджет. Я думаю, что у нас будет еще одна или две попытки по времени, больше не получается, собрать все-таки сессию парламента. Я надеюсь, что все-таки разум и элементарная логика возобладают, и мы сможем все-таки принять бюджет и как-то дальше продолжать строительство и развитие нашего государства. Уақытсы сессии нерцед Умхаад Райстой Гордминистры. Туамин Садзамазы бюджет мәхас цивен зинеттен нерцедісті, өдін кум-куммадар хауын Садал Боровек ведомстватам. Аналезиян қаққан нады министр Тучиті Георгий Радзыртта бюджет из күн нәрцава вәдасы құттақ министрады көсілі күтбандалдан уйфәділ. В первую очередь начнем с самого простого. Это деньги, которые с таким трудом были обоснованы, определенные Российской Федерацией в качестве компенсации затрат на подведение кислородных сетей в Республиканском многопрофильном центре. Это 9 с лишним миллионов, которые на сегодняшний день могут быть потеряны из-за непринятия нами поправок в бюджет. Бюджет ма бахаскафи пайнакта ист кун нерцавой, ва дуев вахстастаджин бандавдзан анализиан хаккан над министрады хуста сифтун канынил, ва дун нематцы зынар хуста ифтун гадылдар. Мы вынуждены будем планировать суммы, выделяемые на один месяц. А вы понимаете, что для того, чтобы обеспечить прозрачность расходования этих денег, то принцип, который придерживается сейчас Министерство здравоохранения, для этого необходимо будет, прежде всего, в рамках одного месяца всю отчетную документацию подготавливать, определять запрос лечебных учреждений на эти препараты на один месяц и обеспечивать. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, вы все являетесь свидетелями многочисленных жалоб по поводу нехватки лекарственных препаратов, несвоевременности их поставок. Поверьте мне, это будет только усугубляться. Парламентун комитеті Сардар Джиути Елена Фарст Ратта анализиян қаққан нады министрады Ахушен кәнені фәділ. Ома өдің нысан мәздіқтай нәбахарс көттой ковид әнудасы нықма тұх кәнені тұхай. Варасия Федерациицы финансов фарастарахицан көтта өдің. Людям, которые позволяют себе такие огульные заявления, я бы рекомендовал обратиться напрямую в Министерство здравоохранения и получить исчерпывающий ответ. Если это будет решение принято, мы готовы предоставлять ответы без ваших запросов, выполняя по сути, я имею в виду без запросов парламентариев, выполняя по сути их работу. Но в данной ситуации могу ответить однозначно, что каждая копейка, Аза Константиновна подтвердит это, естественно,
Геннадий Борисович этот факт подтвердит. Каждая копейка, без преувеличения, каждая копейка подотчетна по тем средствам, которые выделяются Министерству здравоохранения, используются по назначению согласно плану мероприятий, утвержденного постановлением правительства. Фиппайнакта из Кунерцалой, Вадуи Барагай Бондовдзан, инвестициум программу Ахасканенелдар. По ряду объектов выполнения, то есть фактически выполненные объемы работ, которые были выполнены, наверное, месяца полтора назад, и по которым фактически отчетность давно сформирована, она ждет просто подписания, непринятие бюджета ставит нас в ситуацию, когда мы не сможем просто принять эти работы, фактически выполненные объемы работ. Это порядка 60 с лишним миллионов рублей. Чем это, скажем, может обернуться для инвестиционной программы, для ведомства и для республики в целом? Арестады министра до информации Магаска, подзахат Гананиса Мафейсова, ртен миллион суммы лунг. Вы РМС инвестициум программы Айфалгатте. Есть риски того, что если мы не примем эти фактически выполненные объемы работ, инвестиционная программа может у нас потерять, то есть она может уменьшиться где-то порядка на 30 миллионов рублей. То есть просто республика эти деньги потеряет. Вот они есть, объемы работ, работы, которые выполнены давным-давно, и мы их не сможем просто принять, потому что формально для этого необходимо принятие бюджета, чтобы нам были спущены лимиты. Автома подрядун организации ухтали вакенжета билетен сабун несудзен, сакушчизам чиембелы вэцэ космисцин бафидын. Фадат навудзен республика нахамахшияг объект, код электроэнергии фасавардсха харастадма эрвналым мадар. Автома та яраста тэнг анамэн кавагу аппад республика эндар. Окончание работ непредположительно оно планировалось к концу 2021 года, эта резервная линия должна была заработать. То есть она должна была быть уже построена, подключена, и у нас, скажем так, уже работала резервная линия. С тем состоянием принятия бюджета, который на сегодняшний день есть, мы рискуем в будущем году эту резервную линию не получить. И еще один год мы будем, скажем так, сидеть на иголках, ожидая того, что произойдет ли обрыв в горах высоковольтной линии или нет. То есть это очень важный момент. Бюджет мафиппайнекта хас кенерцит, вифастияган абундар сабидетта саглавджетен сабун несис декабр мэн сэквестмэст райсен. Я бы просто хотела обратить внимание на то, что как раз в нашей сфере заведующие детскими садами остаются без заработной платы в преддверии Нового года. Об актуальности строительства и сдачи в эксплуатацию установленный срок здания школы номер 3, я думаю, говорить не приходится. Это значимое событие в сфере образования, которое все мы ждем с нетерпением. Бюджет из Кенерцев и Бондовден, Чесыл Эмэ Аста, Когомолива Годен, Льгудун, Кредитта, Деттенелдер. Так сугубо отрицательно повлияет на выдачу этих кредитов, потому что когда у нас было 27 миллионов в 2020 году, и мы их распределяли, последние транши были выданы где-то в октябре месяце. Октябрь месяц, а в новом году предполагается не 27 миллионов, а 50 миллионов. И чтобы вовремя принять вот эту программу к бюджету фонда льготного кредитования, который идет с основным бюджетом республики вместе, как бы это все время. Конкурс тоже, скажем так, там месяц, на месяц затянется вот прием документов по рассмотрению вот этих вот бизнес-проектов. И поэтому есть огромный риск, что на данном этапе эти 50 миллионов не будут доведены до наших индивидуальных предпринимателей и в сфере сельского хозяйства, и в промышленной сфере, и по услугам, и по всем остальным вопросам. Туамин Дуэнфэцэгэмазы арболадмама базад дуэбуны. Парламент депутатта Сазар Дейс вэттэр сессия уадзын, ама республика анахшаг загуны проекта райсын. Четкот Регина, Гузеттата Сармат, Кмариттата Фадима, информацион раахт. Абун. Анакане асэр мэгмэ бакэсут на абуны эфирам. Парламент сессии уахт кэнерцэд уэмэн сэфэстижэ тэвэдзэн удун фэдэл журналисты форсэтэн зуапэ тараттуй парламент сэрдар фэцэ хэдивэ гасэтэ пьютэр финансты министры хэстэ хэсткэнэг хэбэла тазэ бюджет эмэ калунтэ фэдэл парламентун комитэтэ сэрдар джютэ илэна.
Ахчак Сейсиавадзен Федерадон в Фелварде Фестегаси Тепиотер финансты министра Хеста Хескенек Хабелата Аза Амаджиута Елена Сапрес конференции Рестеджет Зуап Петерату журналисты Форстетен бюджет мей вензинетте хаст кейнерце дуэй вахс Рестеджа Бандавзен Республика Алла Церегалдер. Загам Уэлэм хаст финансу фаресте Рестегал Фестнерце дэсте коронавирус нэхма архайдэц медицинун кушче текустой уэдунэн. Уэмэй дартерма урэдэр цэвдэстэк ортсоциалун объекты Для нас инвестиционная программа – это одно из направлений социального развития. Вы знаете, что она всегда имеет, носит социально ориентированный характер. Это жилищное строительство, коллеги, это очень большое жилищное для нас, да, строительство, которое и, безусловно, улучшит жилищное положение многих семей. Это то, что касается благоустройства улиц. Еще следующие, по-моему, 10 улиц, они будут в следующем году также ремонтироваться. В том решении сопредседателя, которое было принято 16 декабря, часть средств направляется на, она так сформулирована, оплата технического присоединения. То есть речь идет о прокладке кабеля через Рогский туннель в целях обеспечения, так сказать, бесперебойного энергоснабжения республики. Если бы своевременно были приняты поправки в бюджет 2020 года, о которых, наверное, мы тоже поговорим, не только 2021, то мы уже могли бы начинать проплату по договорам, которые заключит энергоресурс с соответствующей структурой, проплату стоимости технического присоединения к этому кабелю. И к концу 2021 года, как было обещано на соответствующих заседаниях на высших лугах, Российской Федерации к концу 2021 года у нас должно было быть резервное энергоснабжение. В связи с тем, что ни поправки в 2020 год не проходят, потому что у нас не собирается форум, ни поправки, не принимается бюджет 2021 года, мы никакие инвестиционные программы, никаких лет, а у нас есть остатки прошлых лет, тоже мы не сможем финансировать. Дуэмин дуэ фицэгэм азэ плангунду пацэхадун эмэн бэстагун службэ гэнджэте кэстмэзды фэфэлдэр кэнэн. Бюджет ярэстэгэлист кэнэрцэ дуэ я хусэй фэфэстиат вэдзэн цэгат Кавказы федералун зэлдэ кэстмэстэм рбав вах свэвэнэй. Финансты министр Хеста Хескенек Хабалата Азама Кудбанусанкута Автомей Республика Мербасед Эвдай Фараст Милуан Сумы Фала Ивен Зинетте Искенирцы Десте Уэй Ахосе Асы Финансу Фаресте Испайдагэнэн Нэй. Бюджета Мэкалун Тэфэдл Парламентун Комитеты Сардар Джиут Елена Кудзахт Автомей Масы Финансу Фаресте Баззад Кэцэта Харцгун Нирцы Десте Уэдунэн Ахэсэн Нэй Дуэмин Дуэ Фицэгэм Азы Бюджетме Уэдун Тэнэ Пацахады Бюджетэнэсте Стэр Финансу Фаресте. Мы не сможем перенести, как уже было сказано, остатки средств 2020 года и ту финансовую помощь Российской Федерации, которая нам уже сейчас прислана, но которую мы пока еще не использовали, и есть вероятность, что и не используем, да, потому что никак не можем принять ни поправки в бюджет 2020, ни бюджет на 2021 год. И таким образом мы вот эти суммы, достаточно большие для нашего бюджета, теряем. Мы не сможем, если у нас не будет принятого бюджета на 2021 год, да, действующего закона о государственном бюджете, то, соответственно, мы не сможем принять никаких поправок к нему. А ожидается, что в начале следующего года мы будем принимать поправки, в которых будет, в частности, заложено повышение зарплат по госслужбе и бюджетной сети, то есть это тоже не произойдет. Произойдут серьезные заминки по реализации инвестпрограммы, в частности, что, наверное, самое болезненное, да, для наших людей, то, что многие люди, которые задействованы там, на стройках, допустим, да, они просто не будут получать зарплату. Дезерді кагләвар кәтсі адамен сәтті кәні парламенті ғорд депутаты иннамай Сәхиул Бангардзісті республикай адам банысан кодта вице-спикер Гаси Тепиотер. Уэннефсіз депутат тәуәттер кәй әрвналзісті сәквестмі, хаят кәй рәстісті әввақ сесситім. Будем проводить сессию, скорее всего, и завтра постараемся ее провести, и послезавтра постараемся ее провести. То есть дать людям шанс подумать,
дать людям шанс одуматься и понять, что они не рядовые граждане Республики Южная Осетия, они депутаты, то есть лица, облеченные некоторой властью и огромной ответственностью, которую выбирал народ. Вообще у нас в республике, ну, равно как и в других демократических странах, выборных должностей всего две. Это президент и депутаты, у них нет. Все остальные назначаемые. И вот те избиратели, которые выбирали этих наших граждан, которые сделали депутатов, они несут перед ними персональную ответственность, перед этими избирателями. Я бы хотел сказать, что значит, есть такой, ну, наверное, людям, немножко далеким от политики, наверное, может казаться, что бюджет это такая вот какая-то интересная толстая бумажка, там, и там целый пакет документов, которые придумал президент для того, чтобы о нем говорили в парламенте, чтобы о нем говорил министр финансов. В общем, это для кого-то непонятно. На самом деле, уважаемые граждане, бюджет непосредственно касается каждого гражданина Республики Южная Осетия. И, соответственно, его непринятие негативно отразится на каждом, кто работает и живет, проживает в Республике Южная Осетия. Это надо понимать. Это не какие-то не накручивания, ничего. На каждом человеке это отразится. Вот сейчас уже некоторые, значит, наши граждане недополучат средства как раз перед Новым годом. Вот такой, я бы сказал, весьма сомнительный новогодний подарок пытаются в нашей республике сделать некоторые депутаты. Вот такой, ну, не очень. Я уже не говорю о том, какие имиджевые потери несет республика. Огромные совершенно, и вред от них трудно, значит, даже нельзя недооценивать. Я прекрасно, откройте, посмотрите, сейчас соцсети все открыто, все ясно. Вот как радуются наши соседи южные, например, или те, кто за ними стоит. И какое давление идет на Россию. Что могут подумать в России про государство, которому они посылают деньги, они не в состоянии взять. Гораздо сложнее деньги получить, но их не взять, это уже это что-то из ряда вон выходящее совершенно. Опять же, дальше про логику, которой нет. Значит, часть депутатов, которые не ходят на сессии парламента, которые срывают работу парламента, у них был такой аргумент, что они не согласны были с некоторыми значит, положениями, которые отражены в государственном бюджете. Хорошо. Ну, прислали не вовремя. Хорошо. Все, мы пошли навстречу. Мы организовали заново, значит, комитет по этому вопросу. Вот Елена Саровна возглавляет этот комитет. Министр финансов с раннего утра находился в здании парламента, чтобы всем, кто интересуется, досконально объяснить, что в этом бюджете заложено. И что получилось? Они не пришли. Те, которые говорили, что они не совсем понимают, что в бюджете, они не пришли. На самом деле идет очень простая вещь. Я не хочу, чтобы никто заблуждался на этот счет. Идет внутриполитическая борьба. Очень сильная, достаточно серьезная. Эта внутриполитическая борьба очень сильно отражается на обществе в целом. На обществе в целом. Толчком к этой внутриполитической борьбе, конечно, не толчком, я бы сказал, даже поводом, послужило убийство Инала Джабиева. Дальше все пошло по этой самой траектории, значит, по наклонной плоскости, и я задаю тогда такой вопрос. Я говорю, ну понятно, политическая борьба, она бывает жесткая, она всякая будет. Хорошо, у вас есть претензии к президенту. Я сейчас не буду говорить там правильные претензии, неправильные. Есть у вас претензии к генеральному прокурору, кому-то еще. Хорошо, я вас прекрасно понимаю. Народ причем. Причем здесь народ вашей, почему вы делаете народ заложниками вашей внутриполитической борьбы? А другого я, к сожалению, не могу больше ничего представить себе, потому что, еще раз говорю, все те претензии в отношении того же финансового документа, я имею в виду бюджет, который поступил, которые у них были, они их не смогли аргументировать, потому что они не пришли даже разобраться в этом. То есть вот такая у нас ситуация. Я еще раз говорю, уважаемые депутаты, те, которые сейчас считают правильным почему-то не приходить на сессии парламента и подставлять, не побоюсь этого слова, весь народ. Я обращаюсь к вам, к вашему благоразумию. Еще раз говорю, что никто абсолютно не говорит вам, почему вы идете в политическую борьбу. Это ваше право, вы имеете право это делать. Но я вас умоляю, не выходите за рамки.
и не делайте заложниками ваших личных амбиций с целиком народ Республики Южная Осетия. Это неправильно. Pacsakhadun budget ama even zinat daraysin fitsaje dar stoweta khaysamay fidan azan fidargun der tsawa razmats de programma. Plitiana guzeta tsermat informatsu rawaghdabun. Otsam gozan khotsak tasarastoy qoqqan nod ministrode khagdun kolegi khad resta pacsakhad sarglavak bibel tanatuli. Ravda startsat serok fadzdakhant vidunstvoy tsikostbokun der tsad uifadel video rulik. Хусали рестоны қаққан ады министрат Ацазы Баканга Костефадыл Хығдратта президент Библтан Атолиян. Хығдрайдытта ролигі презентация. Кәце қаққан ады министрат Бацатта Котта Ведамствай Архайды Сайрак Фәдіздәхәнті Фәділ. Растарта республикай әфсәттон инфраструктура әрсеттон кампания мобилизацион процесті автома материалон техникон база фәхоздар кәнені Фәділ. Қаққан ады министр хастақ қасканак ғасеті Ибрагим Кудбанасан Котта Умагаска ту әмені сәдзамаз өт әнтішчін әмәқазнык алы хузун сауттай. Куд материалон техникон база фәхоздар кәнені Авто в России коллегатима Энгум Энгус Кененейдер. Проведены штабные тренировки, командно-штабные учения по различной тематике, боевые стрельбы в составе подразделения, которые показали, что воинские подразделения боеспособны и готовы выполнять задачи по предназначению. Было принято решение о создании сводного отряда в составе роты охраны, роты почетного караула, учебной роты. Указанные подразделения были включены во вновь созданную воинскую часть с единым командованием, а структурно вошли в состав мотострелкового батальона. Эта практика дала положительный эффект. Касет Ибрагим Кутбанусан Кутта Умагаска Ацаз ведомство и Роста Хаста Вердуд, Уду Сеппеттер Хаст Эрцедесте. Вифаста Сабаканга Костефадл Хахта Роттуи Кокан Ады Министр Хадив Джете Аме Дал Хайтты Командаган Джете. Хусар Иристуны Гарджин Тихтлык Командаганан Библтанат Оли Банусан Кутта Захга ведомство Кадима Хаст Кэнэ Эппет Яразы Лэвэк Хаста. Есть еще и народ Республики Южной Осетии, который без сомнения будет, как и прежние годы, отстаивать опять-таки свое право. Право двигаться вперед, право выбирать свой вектор развития, право дружить с тем, кем народ хочет, и еще раз, и самое главное, право на жизнь и развитие своего будущего, наших детей. Патахады сарглавак бузнаджыны хаста захта афсаттон дуқтыртан, кацетэ пандемия ирастаджы хос куттырын чынтан. Дуэмин дуэн фыцэгамазы ведомствай хаста наридаган истыбарак, вудунны мэцэ афсаттон службай кад фэбарзун тарканын. Хыгды карун патахады сарглавак аст хоздар афсаттоны схорзахчын кутта фыдыбастайу хаста хоса риристуны адамы валахисыл дасазы сых хаста цэтэн майдантай. Ихсазам афсаттон ахсан адамун хастата хорз фасучыта кайравдыстуй уйтыххай. Хыгдонын бірдіма қадыр айстой президент администрациек ұқтари вәккәнәк козаты егір, әдастин ады советіні мәрдар уалыты Валери, әттагон развәскарын ады службәк ұқтари вәккәнәк Варзиат Алексей, әмбәстагон қаққан ад өәлвәткон оверті әмә әрзон фыдауден та айварс кәнені фәдір министр хәстәк хәскәнәк цуци тазамәт әмәндәр официалун адеймәктәм. Чет қотырегин ад цуци тымарианна гузеттаты сәрмәт кусраты дамирлан информацион равақт. Абун. Нерцеп парамас Национбанк лаверта сареста сидзер сувалеттен. Сезерда темасын бакалзе кутта ахсен адаму хыгдун банчи коллектив дар. Ногазун оксидета хеуплит яны репортаж. Ниярджит хустардай суфчиу усы сувалетте алаз дар лаверта райсенц ахсен адамун ама паца хадун вагдеттей традиции мегеске ногаз разме Национбанчи миневерте. Ахар адамазунат бестахай римберт куттуй сидзер сувалетте. Асы традиции хасэвэ сиппаразы зэгэнз банчи кушчетэ. Зэгэни сувалетте кэйрэзэн сэцэсты тэраз. Акцийны санфыцаграды дару цэмэй сувалеттем сдэх сава хустард ама сымбала варкэнуй амунчин уэзмтэм. Мы вас пригласили для того, чтобы произошло здесь очередное чудо. Как всегда, как и в прошлом году, так и в этом году, наши друзья, представители Национального банка Республики Южная Осетия, решили преподнести вам подарки. И я хочу выразить им благодарность за внимание и заботу по отношению к вам. Вы особые дети, и вы нуждаетесь в особой защите и в особой заботе. И эту заботу щедрая рука дающего, которая никогда не оскудеет, она каждый раз проявляет в нее.
Ахорада мазуна да министр Хадива Гаглуйте Элиса банасан котта аха макците анамен кавак зинат ва манама лавертен алхат дар вае сармагун насаниуэк. Нацун банча коллектива эрдегей севалеттен лавердер цидисты файна дасмин сомым. Ва дун намецы скула интерната комылгайнек тадар кацита амсаринц аппене зухай. Хотим вас поздравить с Новым годом. И пусть это будет самый маленький подарок, а все остальные подарки только больше и больше. И дай Бог, чтобы у вас в жизни сложилось все так хорошо, чтобы ваши опекуны были за вас счастливы и рады, и чтобы вы сами собой гордились. Удачи вам, крепкого здоровья, счастья и радости в жизни. У меня Валдемах Санадамун Хахдун Банджик Ухтарега Дердегей Севалетен Левар Арцидесте Планшейте Дер Вадим Шадян Кудбанусан Кута Омегеска Коллективиме Юме Бире Терхун Кутту и Сабун Равзарен Невит Севалетен Себалевар Кенуэй Фелефеста Грестеджи Гарандина Вавер Мегеска Севалетте Дистансун Хозе Куэ Ахар Кененц Ветсен Планшейте Ведзисте Тенгхурз Левар. Ну, стала традицией, конечно, нам, международному нашему банку, поздравлять детей, вот, детей, именно нуждающихся в особой заботе. Поэтому мы как-то их выделили вот, из всех наших любимых многочисленных детей и детворы, и всегда пытаемся им оказать чуточку больше внимания, чем всем остальным. Чтобы им было приятнее, чтобы у них на лицах были всегда вот эти улыбки, радость. Это дорогого стоит. Абума Ахрада Мазуна Демистрада Хорзахчен Рцидесте Ахрада Габаза Хаздер Кушчета Бира Асте Фестивек Джинквесте Техай Хорзахчен Рцидесте Скола Ахуме Ахрадун Вагдун Раздере Директор Гаглуйте Марина Эме Асте Как Скола Биологи Ахргене Кузата Галина Пацахады Сарлаведже Барамин Мегеске Риул Дарен Сенте Левердер Рцидесте Ахрад Амазуна Демистрадам. Воспитанников у вас много, множество. И абсолютно уверена, что каждый из вас вспоминает и думает о вас все время с большой теплотой, большой любовью и уважением. Я не знаю, каким нужно обладать характером, чтобы работать в дошкольном образовательном учреждении. Это, конечно, сила, это воля, это доброта, это профессионализм. Это все те качества, которым вы обладаете. Потому что заставить ребенка поверить себе – это большой труд. Гаглуйте Марина Владимирович из Ахрада Кабаза Кусе Бире Рестег Уэмегэска Хорзахчен Кэрцэд Уэмэн Дэтте Символику Нсанивэг. Плитьяна Кукуйт Александр, информацию Равахдабун. Республика столица Гумерцэд, Республикун Зазбелас. Цэчэн мазал вахдарцэд пацахадун драмын театара. Вэрдэмэр басэд президент Библтэ Анатолий Дэр. Бэрэк бону мазал тэхэй унэрадун эрмэг. С Новым годом вас поздравляю, и больших, и малышей. Всем счастья, радости желаю, и счастливых ясных дней. Мазал Радиана Аргавта Кайтарта Севелетта Хотте Аргавта Диссаджи Дунима. Берег Бунун Зардайров Гимеудон Артистима Юма Хая Дистой Цемедисон Кастете Хаст Коттой Сахаславерта Севелетта Калдзяк Хут Хост Аларды Гайдар. Мультфильм такой тартас мультфильм тфазнди мрайдет тацак барагбун. Нога зум мазал растаже барагбунун, ама позитивун зардайров гот кут свалеттан афтасани ярдетандер. Рембрду ярдетан нога зар баладетсетан арфаракутта республикай президент Библтан Атоли. Я хочу вас поздравить с Новым годом, с волшебным Новым годом. Новый год, который должен принести каждому из вас счастье, должно принести вашим родителям радость от вашего учебы, бабушкам, дедушкам, и мы все вместе будем встречать каждый Новый год с большим удовольствием и с большими успехами. Барак Буну Мазал Фатис Фотосессия. Севалет Райгунда Макалзак Цаскамтам Каския Заганут Барак Бун Сазардама Тынкай Фатсетвой. Цитита Фатима Куцит Александр Кудутылали информацию Равахт Абун. Ахэ удастынабун хабарта. Народу фимбад мэфирит.